Два ДТП с участием мототранспорта за сутки. Накануне утром на перекрестке Сумская-Динамовская столкнулись автомобиль Kia и мопед Honda. По предварительным данным, 56-летний водитель двухколесного транспорта превысил скорость, не выдержал дистанцию и врезался в ехавшую впереди машину. В результате с закрытой черепно-мозговой травмой и множественными ушибами его доставили в реанимацию, пострадавший в коме. Под вечер на пересечении проспекта Маршала Жукова и улицы Слинькони разминулись автомобиль Ford и мотоцикл МТ-10. Ford ехал от героев Сталинграда в сторону проспекта Московского, мотоцикл двигался во встречном направлении. С повреждениями внутренних органов в состоянии шока 33-летний мотоциклист был доставлен в реанимацию. Его 42-летний пассажир получил травму грудной клетки, переломы ребер и носа, повреждения внутренних органов. Этим же вечером на улице Шевченко столкнулись «Жигули», «Део» и «Тойота». Кто в каком направлении ехал, пришлось разбираться оперативно-следственной группе. Автомобиль ВАЗ-2104 рухався по улице Шевченко сбоку улицы Героїв праці в напрямку вулиці Матюшенка. Ззаді за ним в попутному напрямку рухався автомобіль «Део Сенс». В районі будинку 334 по вулиці Шевченка сталося зіткнення з автомобілем «Тойота», який виконував маневр розворот. Після зіткнення автомобіль ВАЗ-2104 продовжив рух та допустив наїзд на перешкоду стовп. З'ясовуються обставини причини даної пригоди, а також встановлюється, чи без порушення правил дорожнього руху виконував розворот водій автомобіля «Тойота». Чи мав він там можливість виконувати розворот. В аварії пострадали два пасажира «Део» – у 38-летней женщины и 16-летнего мальчика травмы головы и ушибы. 27-летний водитель «Део» от госпитализации отказался. А вот водитель «ВАЗа», несмотря на состояние автомобиля, обошелся без травм. В ГАИ говорят, установившаяся на улице погода влияет на всех участников дорожного движения, в особенности на водителей. Поэтому для тех, кто садится за руль, у госавтоинспекции есть ряд рекомендаций. Заздалегідь прораховувати свої маршрути руху. Якщо це дальні поїздки, то виїжджати пораніше, коли ще спека не така. Знову ж таки, комплектувати транспортний засіб достатньою кількістю води, медичних якихось препаратів, перевірити комплектність аптечки, а також враховувати, що при такій спекі необхідно перед виїздом перевірити технічний стан транспортного засобу, звернути увагу на охолоджувальну рідину, на рівень мастила в транспортному засобі, а також тиск в шинах автомобиля. На автофорумах жалуются на увеличение на дорогах количества неадекватных водителей. И все снова списывают это на жару. Кто-то отмечает, что велосипедисты и мотоциклисты, судя по их поведению, больше других страдают от палящего солнца. В то же время в ГАИ говорят, судя по статистике, аварий за последние несколько дней не больше, чем обычно. Галина Шподарева, Владимир Борох, агентство телевидения «Новости».